смал краски. Прочесть. Нет, нет. Пошел к парикмахеру, сказал спокойный. Будьте добры, причешите мне уши. Гладкий парикмахер сразу стал хвойный. Лицо вытянулось, как у груши. Мы здесь не для того. Сайку давай! Чуть погромче. Давайте погромче. Контрабас погромче. Ну что, река? Fast us! I'm starting to drink! Think like a strong husband!
spend a dollar on. Take their power. Dancing fighters. Something to erase. Speak like a soul all is bad. Здравствуйте. Очень я много, да, хотел что Сейчас будет, да. А, и, кстати, да, Димин микрофон, наверное, погромче чуть-чуть. Почему? Чё-то не слышу. Не слышно? Не слышно, не слышно. Раз. Мне не слышно. Да. Давайте. А, Диму микрофон погромче чуть-чуть. Я не хотел. Ничего. Никогда. Ну-ка. Всё, рок. Давай.
Спасибо. Что? Ребят, я вас люблю. Да. Вас тоже, ребят. Все-таки давайте. Опять я скажу, как мы рады, то, что мы наконец-то оказались в этом прекрасном городе. Опять видим эти прекрасные, чуть-чуть усталые лица. Может быть, Илье отдельное спасибо. Вирусами. Что? Илье отдельное спасибо. Прям. Да здесь были даже какие-то безумцы, которые ехали бог знает откуда, но я боюсь, что они где-то спят. Да, да, из Москвы. Вам отдельные слова. Ну ладно, ребята. Дальше. Да? Нет?
Спасибо! Технические особенности, да. Всего там этого, да. Новые будут, ребята, новые будут. Скучных не бывает, поэтому как бы... Интересно, интересно, есть скучные, нет. Давай, давай. Road Rage. Чуть-чуть снизить градус надо, капелюшечку. Дамы приглашают кавалеров обычно, в этом месте обычно. Да. Ну да. Это норма. Это так всегда работает. Да, готовы? Девочки стоят, мальчики танцуют.
Наконечником. Метелок? Приближаясь
лицо. Они... Они не любят пить кровь. Им просто нужно топливо. И говорим, что нам было очень приятно вас видеть. Но если ты сейчас начнешь говорить, что давайте еще, мы сыграем еще. Беломор! А, ну да. Мы такую не употребляем. Если вы не хотите больше, еще есть две песни, которые мы должны вам сыграть. Можно я крину? Мы хотим еще. Хорошо. Да мы все равно бы сыграли. Две песни так, еще просто есть. Просто нас не выгонишь. Же, да. Давай еще. Вот. А... Че? Thank you.
последствия песни, которые последуют, я обычно прощаюсь с возможностью разговаривать на какое-то время. И скажу, хочу сказать вам спасибо. Ну, а это, к сожалению, конец, да.
А давай некробильный напоследок еще. В этом вся наша суть. Погнали! Вы охуенчики!